Так, ну что? Привет, хомячки. Шучу. Привет, дорогие мои подписчики и те, кто еще не подписался. Кстати говоря, я смотрел тут вчера YouTube статистику и понял, что 90% меня смотрят, причем регулярно, и не подписываются. Ну вы че, чуваки? Что, сложно что ли на кнопку нажать? Вы же потом уведомления будете получать, и мне приятно. Вот, значит, что хочется сказать. Смотрим на биткоин. Вот у нас часовые свечи. И просто мега, мега схожести наблюдаются в масштабе 1 к 4 с тем, что у нас было летом, когда мы падали на 3000. Смотрите, обратите внимание, здесь на часовых вот мы упали, флэт, упали ниже чуть-чуть, дивергенция, бычья, оп, отросли чуть-чуть, опять пощупали это дно, опять уже хорошо так отскочили, потом более плавное, уже не до такого дна. Following wedge, как это падающий клин. И дальше, что мы видим? Выход из клина, памп. Небольшая коррекция, памп. Небольшая коррекция. Мини-памп. И потом резко дамп в два раза сильнее. Теперь возвращаемся назад. В лето 2000. Какого там это было? 18 года. И что мы видим здесь? Только здесь масштаб 1 к 4. Это было то же самое, только в 4 раза дольше шло. Поэтому ставим 4-часовик. И видим ту же самую историю. Смотрите, вот мы упали. Упали, отскочили чуть-чуть, упали сильнее. Дивергенция. Хоп, отскочили. Потом еще плавнее вот этот падающий клин. Дивергенция. И дальше мы... Что мы видим? Вот здесь, на этом участке. Памп. Консолидация, памп, консолидация, полупамп и резкий дамп в два раза ниже. То бишь мы сейчас находимся, проецируя на вот эту же всю историю, мы находимся где-то здесь. Если как бы рынок полностью себя повторит, а рынок часто фракталы повторяет, ну как бы очень похоже, потому что толпа всегда идет все одинаково. То есть это был месяц флета, а сейчас, поскольку в 4 раза быстрее весь этот паттерн, то соответственно где-то неделю флета. Вот здесь мы ждем с вами, если точно будет отрабатывать этот сценарий, то есть гарантии нет, что он точный. Но вот это очень похоже, обратите внимание, да, вот это упали, отросли, плавнее упали, потом пэу-пэу-пэу-пэу-пэу, тройка, или как там это волновики называют, пятерка, и дэнс, коррекция. То сейчас как бы вообще все то же самое, вот, еще раз повторюсь, на часовках, ну даже вот без часовок видно, вот упали, видите, да, отросли, потом плавнее упали. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм, и сейчас сюда. То есть, в принципе, сейчас набор позиций прям мега актуален. Вон, RSI-чик разворачивается на 4-часовике. Бычий знак. Теперь глянем глобально на картину все-таки. Недельки ставим. Ставим недельки. А включаем EMA Ribbon. Смотрим, что он нам говорит. EMA Ribbon на недельках это просто великолепный индикатор, потому что, смотрите, когда мы в бычьем рынке, вот он всегда выступает как поддержка. От нее отбивается, видите? Даже иногда, когда дипует туда резко, вот как здесь, дипанул прям до низу тенью, сразу откупили. Соответственно, когда желтая сверху, а когда красная сверху, это медвежий рынок. Вот, видите, мы переворачивались. То это вот 2014 год, тоже все думали, что уже все. А в итоге, когда мы за нее завалились, еще конкретное было падение. Медвежий рынок был. Соответственно, когда мы ее пробили... Закрепились над ней, все, начался бычий. Вот мы, хоп-хоп-хоп. Ну, я это много раз говорил в своих видео. Вот мы от нее отбивались и росли. Потом опять, вот был медвежий, но мы пробили ее. Она как бы поздно, этот индикатор на недельках срабатывает. Но достаточно точно, там, раз в год, грубо говоря, раз в полгода, в два года он отрабатывает. И это стопудовый знак. Вот когда мы тут ее пробили, то Тонвейс был прав, что мы идем вниз. Но на 6 все уже начали лонговать, типа, все, дно, вот оно. Вот, и в итоге мы ее пробили, еще в два раза сложились. Вот этот же момент был как раз, о котором мы сейчас говорили. Но в итоге что мы видим? Все-таки в 1 апреля 2019 года был мега-памп на 5000. И биткоин вроде как пробил, закрепился над ней. И потом мы отрастали до 13 тысяч, да, до 14 почти. И вот сейчас мы ее тестируем. Вот видите, мы четко, аккуратно от нее отбились вот здесь. И по идее, по логике, мы сейчас пофлетуем и пойдем наверх, и дальше она будет выступать уже в как поддержка. И наверх, если по той же аналогии, по фрактальной смотреть, вот у нас предыдущий был рынок, этот бычий, да?
то у нас был вот предыдущий хай. Вот такой. Да, в 1200. И потом, когда мы к нему вернулись, все, мы резко улетели еще в 20 раз. Там тем более и халвинг тоже будет. Здесь вот он был. Соответственно, если по той же аналогии смотреть, то мы сейчас где-то вот здесь, грубо говоря. И мы сейчас сходим вот сюда и улетим куда-то на 120, на 200. На 100, на 200, я не знаю, что на 500, как бы. Там уже дальше по экспоненте. Вон, там есть куда расти. Так что, ребята, кто сейчас шортит, очень вам не завидую. Аккуратненько. Нет, те, кто, конечно, шортанул там от 13 или от 10 и сейчас уже закрывается или закрылся, те молодцы. Респект. Я сам иногда скальплю там по чуть-чуть сейчас, но... Это все краткосрок, это все гребаный этот трейдинг, это все понятно. Но реально в долгосрок, если вы сейчас просто находите, купите, даже без плеча, как бы просто наберете и забудете. Но, кстати говоря, не факт, что альткоины. Сейчас мы видим, да, с вами, что альткоины капитулируют очень жестко. Уже даже я начал сомневаться в своих прогнозах, но все-таки я держу портфель в альткоинах и верю в их, как минимум, в их отскок. Если уж не говорить о росте. Вот, то как бы, короче, ходл. Я что-то заболтался, но месседж мой в том, что ходл. Ребята, ходил. То биток стопудово, биток, там, не знаю, эфир, там, во что вы верите, там. Stellar, там, Basic Attention, там, кто в Ripple, кто в чё. Короче говоря, биток и альты по любенс. Самое, наверное, грамотное сейчас всё-таки держать биток, если вы ходлер просто в кошельке в холодном, если вы трейдер, там, или пробуете себя, вы держите биток на бирже и на маржу уже, на плечо набирайте иногда альты. Вот это грамотно сейчас будет. Потому что если биток стрельнет, как бы, пускай он у вас будет лучше. А альты, если начнут спадать, они по стопу вас закроют, но биток у вас останется, понимаете? Поэтому что? Напоминаю, что у нас партнерка с биржей Bybit. Прекрасно работающая биржа. На фьючерсы, на биткоин, эфир, EOS и Ripple. Плечи 100x. Ну, не рекомендую никому вообще плечи больше 25x брать. Ну вот на Ripple и EOS как раз 25x плечо. На эфир и биток можно брать 100, но это камикадзе. Вот, соответственно, я вот лично сейчас буду аккумулировать лонги по эфиру здесь. То есть у меня сейчас здесь депозит в эфире есть. И вот мы видим, что эфир-то уже был недавно, блин, сколько, 300 он ходил. Это еще до этого, да, это он тут на 220 сходил. А до этого он ходил на 360, что ли, сколько он там ходил. Давайте глянем. Да, дневки глянем. А, дневки не показывают нам что-то. 12-часовые глянем. Да, и мы видим, что эфир-то вон он вообще какой. Он бегал на 370 почти. И потом его слили вот опять на 150. То есть, в принципе, эфир как бы вот его трендовая. Вот одна трендовая, мы ниже нее сейчас, если провести. Вот другая, можно сказать, трендовая, но пока она не оформилась. Или вот она, так скажем. Короче, эфир в космос, вот что я вам скажу, по любенс. Эфир сейчас будем аккумулировать. Ну и что, на Bybit я хочу сказать, у нас партнерка, вы регистрируетесь по ссылке ниже в описании. Это занимает 30 секунд, не надо никаких документов, никакого KYC. Просто email, придумывайте пароль и вуаля. И если вы депонируете, или как правильно, вносите, короче, 0.2 BTC или больше, то вам дают еще $60 бонус сверху, только по нашей реферальной ссылке. Вот, и, ну и дальше все очень просто. Вы выбираете позицию в шорт вы или в лонг, хотите поставить. Вот вернемся на 30 минутки. Я вот сейчас в лонг, думаю, надо ставить. Просто вам сейчас покажу, как это делается быстро. А вообще у меня есть полный туториал, он сейчас на экране вот тут загорится. Посмотрите его обязательно, зарегистрируйтесь, пока дают без KYC и бонусы. И будет время, попробуйте здесь поторговать. Очень удобная биржа, без лагов практически, стопы срабатывают, все круто. Вот мы видим, что начинается отскок, уровень 184.75 меня устраивает, можно по маркету входить, но я вот сюда ткну, и цена вот здесь появилась. Плечо вот здесь я могу регулировать, если мне, скажем, надо не 10, а не 25, у меня, видите, стоит 20, то есть я могу вот сюда нажать, и выставить любое тут плечо. Но вот сейчас хочу рискнуть, попробовать в 20-м зайти в позишн. Эй. 20-е стоит.
Смотрим. Вот у нас есть 4 эфира на марже. Если мы в 20-м берем на 100%, нам дадут взять сейчас 78 эфиров. По этой цене. Цена уже ушла наверх. Меняем на 174,9. Смотрим. Если мы берем лонг сейчас на 78 эфиров, вот он все здесь опишет. Значит, мы рискуем 4 эфирами. Нам дают 78. Цена ликвидации у нас будет 176, низкая, в смысле высокая. Всего $8 разница, могут вот так сделать и нас смыть. Но мы можем выставить стоп-лосс, скажем, что мы готовы потерять 5%, да, от сделки, 0,2 эфира. И если цена опустится вот буквально на 50 центов, то нас смоет по стопу. И take profit мы можем выставить, например, 25%. Если цена дойдет до 177, мы заработаем 1 эфир. В принципе, нормальный расклад. Нормальный расклад, риск-реворд, соотношение 1 к 5. Можно входить смело в позицию. По 174,9, если найдут. Я даже стоп поставлю лучше подальше, чтобы его не задело. Вот. Да, но на самом деле мне не нравится в таком большом плече, потому что могут нарисовать соплю. Давайте посмотрим в 10-м плече. Сколько будет стоить то же самое, сколько нам дадут. В 10-м плече нам уже дадут 40 эфир на 4 эфира, но это и нормально. Зато цена ликвидации у нас будет ниже гораздо, на 168. Туда уже вряд ли он добьет сейчас. Ну и то же самое, можем стоп поставить на 174, тейк на 189, скажем. Так, ну цена уже ушла дальше, поэтому мы по 185.05 заходим. Все, заходим, вот так открываем позицию. Сейчас 185 она. Сейчас, походу, вниз пойдет. В общем. Что тут у нас происходит? Да не, конечно же, это наверх смотрит. Вот, поэтому не паримся. Все, по 185 заходим. Просто buy long. Stop loss можно потом выставить. Take profit. Confirm. И вот мы зашли в позицию. Смотрим. А, он пока висит, ордер не обработался еще. Наверх сюда позицию перенесу. Не обработался еще, видимо, не хотят нам по такой цене наливать. Давайте отменим его. Можно по рынку вообще зайти здесь. Ну, давайте по 185.05 зайдем. Тут можно было красиво зайти вот по 183 от тени. Но уже не успели. Давайте зайдем по 185.05. Посмотрим, что будет. Confirm. Все, вот у нас позиция открыта. Вот уже у нас небольшой лосс до комиссии. И смотрим, что происходит дальше. Вот тут мы можем выставить стоп-лосс. Например, 15%. Ну, можно подогнать его вручную, чтобы лосс составил в случае потери 0,5 эфир. А take profit нас устроит, скажем, 1,5 эфира. Ну, на самом деле, 2, может быть. Тогда лосс у нас составит, пускай, 0,7. Туда цена вряд ли добьет. Вот, все. Если цена упадет на 182, то у нас 0,7 мы теряем. Если цена дойдет на 195, то мы зарабатываем 2 эфира. Соотношение 1 к 3. Нормальный риск-реворд. Риск-награда. Вот, все. Делаем confirm. И вот у нас появились наши... Вот наш стоп-лосс, вот наш тейк-профит. Все, вот такая позиция. В принципе, она может болтаться. Посмотрим, что с ней будет. Вот, соответственно, друзья мои. Да, цена ликвидации у нас при этом 169. То есть, если мы снимем стоп-лосс, то у нас... По идее, вот до сюда, если не дойдем, то нас не смоет, и мы развернемся и улетим. В принципе, но лучше со стопами. Лучше торгуйте со стопами, потому что рынок дикий. Если не хотите просрать весь свой деп, выставляйте стопики короткие. Я даже думаю, что я сейчас покороче стоп сделаю и переведу в безубыток, когда она чуть-чуть еще отрастет. Вот, в общем, можете смотреть туториал по Bybit. Он сейчас еще в конце видео высветится. Также по битмиксу мои туториалы. Прекрасно работают биржи. Тут еще дополнительные бонусы на Bybit. То есть я
Мне вот, по-моему, эфир прислали просто так, что-то я держал, много трейдил тут. Там они пишут, что если много трейдишь, тебе присылают еще всякие монетки. Потом они открыли exchange уже, то есть вы можете вот зайти в My Assets и exchange, вот здесь Asset Exchange. Вы можете поменять валюту на валюту, наконец-то. На битмиксе этого нету, там только в BTC загон и вывод. То есть вот, допустим, мы можем взять, скажем, эфир, сейчас поменять там на Ripple, к примеру, да, там. Вот возьмем там, сколько у нас там. А, сейчас не можем, потому что мы на марже. Ну хорошо, EOS у нас тут есть. Мы можем вот EOS, вот у нас есть 100 EOS-ов. Можем, например, 50 EOS-ов поменять на Ripple. По хорошему курсу, вот он показывает 50 EOS-ов, получите 565 Ripple. Все, нажимаешь, и он сразу тебе приходит на баланс. То есть, в принципе, удобно. Опять же, это анонимная биржа без KYC, которая позволяет такие штуки утворять. Менять валюты друг на друга даже. Так что круто. Все, вот у нас уже тут что-то зеленеет потихоньку. Будем держать. Я думаю, я сейчас, короче, и стоп потяну, и тейк, потому что это у меня тестовая сделка чисто для вас, для видео. Хотя, по большому счету, ее, если он хорошо начнет расти, то ее надо держать куда-нибудь на $300 вообще, а то и на 400 по эфиру. Давайте посмотрим ради интереса, если мы выставим take profit $300, сколько мы заработаем? 15 эфиров. Нормально. То есть, в принципе, как бы, почему нет? А эфир на all-time high стоил $1500, то есть это 20 с чем-то тысяч долларов получится. Тоже нормальный расклад. Вот, ну ладно, мы сейчас cancel нажмем. Пока у нас take profit стоит 195. Все, смотрите туториалы, торгуйте на биржах. Все клево, чуваки, вообще не вздумайте сбрасывать биток. Биток уже так же делал. Если мы посмотрим вот сюда. Он уже так 100 раз делал. Вот. Да, вот тут его все сбрасывали. Вот тут его конкретно все сбрасывали. Смотрите, какая была сопля. Вот как сейчас. Да, по $500 все сбросили. И он раз и улетел сразу на 2000, на 5, на 20. И он так всегда будет делать. И не сомневайтесь, биток это как раз и есть индекс страха и жадности. Который, кстати, давайте глянем. Fear and Greed Index. Вот он, alternative.me. Он достаточно точно у нас показывает, что вот сейчас мы переходим от стадии страха к стадии жадности. То есть обычно страх покупать надо, а жадность продавать. То есть сейчас все еще мы покупаем, аккумулируем. Весь месяц был страх. И потом, ну вот давайте посмотрим, как это обычно бывает. Вот у нас в декабре был страшный пролив, был страх. Кто купил, тот молодец. Потом в апреле у нас пошел памп, вот пошла жадность-жадность. В июне, в июле уже все очень сильно росло, и была супер-мега-жадность. Вот. Надо было шортить. Надо было? Надо было. Если вы не долгосрок, вы не ходл инвестора, а трейдер, то надо было шортить 13 тысяч, да, и вот здесь уже на страхе сейчас по 8 закрыли бы шорт. Соответственно, опять все, вот мы внизу страха. Дальше, по идее, как-то так, и туда. На жадность. Вот, поэтому такие расклады. Повторюсь, еще кто меня смотрит, не изменяю себе по щиткоинам. Вот у меня Dogecoin на Poloniex, любимая монета. На Binance их тоже залистили. Можете там брать. На Poloniex просто они с плечом дают еще брать со вторым, с половиной. Dogecoin на дне, сейчас посмотрите. Он же Dogecoin, он же Snoop Dogecoin среди продвинутых криптоторчков. Вот, Dogecoin делает примерно раз в полгода, раз в год вот такую херню. Пампает в 4 раза или в 5 и дампает. То есть, в принципе, сейчас вот по 27 сатоши, там, да даже по 40, если он все равно аккумулировать, можно с целью на 100 сатоши, там, на 80, на 100, на 120 и т.д. Вот, поэтому, да, кто хочет там 3-4 икса нарубить, пожалуйста, в холодном экченже вообще не вопрос, берите. А кто хочет все отжать с этого, то с плечом вторым вставайте. У вас ликвидация будет ниже 10 сатоши где-то, он туда вряд ли сходит. И начнете вот тут тейки забирать, можно и 10 иксов нарубить. Это же касается, в принципе, всех альткоинов сейчас. Вон Ripple там что-то начинает разворачиваться. Ripple, кстати, это локомотив альткоинового бума. Если вы заметили, он
как бы вот прошлый этот дикий булран, когда Ripple стоил 3 доллара там или сколько, вот, он как бы... Это все риплоидовские бабки-то на самом деле. Все альткоины надували одновременно и сдували потом. Это все гребаные эти банктеры, которые на нас с вами пытаются нажиться и наживаются успешно часто. Так что Ripple, кстати, как Dogecoin себя ведет. Вот тоже пампы-дампы дикие. Так что Ripple тоже, в принципе, на дне. Но если дадут еще второе дно, то в подарок откупаем и летим на Луну. Атом — интересная монета. Кросс-чейновый такой эксперимент. Переоценена, конечно, дико после ICO. Но, тем не менее, вот на дневках тоже разворот наблюдается. То есть она там в 3 раза сложилась, почти в 4. И вроде как вот понеслась. Плюс атом каждый день стейк приходит. Если на полониксе держите атом, даже на тот атом, который у вас в плече, если вы лонг возьмете, на чужой атом, как бы, вы на него тоже стейк будете получать каждый день. Там какой-то небольшой, получается около 4% годовых где-то в крипте, но все равно приятно. Stellar раз в неделю тоже они присылают инфляцию, то есть если держишь на балансе Stellar, XLM, который, ну вот здесь он STR называется на поло. Вот, то они присылают тебе инфляцию. Ну вот Stellar, кстати говоря, он уже круто сделал. Смотрите, вот он, я все за него топил, 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 топил. Вот он падал, падал, падал. И потом он, да, уанч, пропампился почти в 2 раза к битку. То есть к доллару, я думаю, там больше 2 раз было. А так на дневках, вот, да, он падал, 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 падал. Посмотрите, как он круто падал. Я говорил, что он переоценен вот здесь, еще и вот здесь. Что когда все альты сдулись и биток, Stellar все еще вот здесь висел на хаях. Вот его сдули. Вот сейчас Stellar в зоне покупки абсолютно. То есть тут и без плеча даже иксов можно нарубить, если держать его до вот таких моментов. Вот, тем более псевдоразвороты были уже, вот все, ну как бы ниже уже только ноль. Поэтому Stellar аккумулируем тоже. Видите, какой маленький на большом таймфрейме вот этот пампик выглядит. А когда ты активно интрадеешь, то тебе кажется, что капец там. Движение вообще дичайшее. Ну-ка, еще раз посмотрим сейчас. Да, вот, а когда ты интрадеешь, для тебя это вау. Ванч, вон какой пампище был. Даже на экран не помещается, видите? И потом, а когда ты вообще мега скальпишь, то для тебя даже вот эта писюлька, это мега дамп, вот так на зуме. Поэтому помните, маленькие и большие таймфреймы, это очень такая штука. Двоякая. Всегда проверяйте себя на... Сделайте зум-аут, смотрите дневки, недельки, анализируйте рынок. Вот, ну а тогда, еще раз повторюсь, альты Palio Benz вообще в отскок смотрят. То есть, если мы посмотрим, что у нас тут... О, пошел уже небольшой плюсик. Ну, пока так, совсем небольшой. Если мы посмотрим доминацию, график доминации битка, вот, BTC.D, то доминация битка, ну, кстати говоря, вот сейчас она показывает что-то типа зеленой свечки. Но вообще, по мне, так она смотрит в коррекцию более затяжную. Если не на 50, то куда-то на 60 как минимум процентов. Потому что биток, доминация битка у нас вот отросла с 34 до 72% за достаточно быстрое время. Ну, ладно, за чуть больше года. Ладно, да, почти 2 года. Ну, кстати, может быть, да, она еще сильнее отрастет. Но это не значит, что альты будут сейчас падать еще сильнее. К битку, значит, да, если она отрастет, к битку, да, но к доллару сейчас просто биток может очень сильно начать расти к доллару, а альты чуть медленнее расти к доллару могут начать, и все равно будут как бы доминация расти, и альты будут к битку падать. Вот. Ну и не забывайте, что да, доминация у нас, в принципе, всегда была на до вот этого сумасшедшего 2017 года, когда был альткоин взрыв, вообще бум. У нас доминация это всегда, она как бы была в районе 90%. Тут просто раньше не видно графика. Она всегда была высока, альткоины вообще были очень мало, малую часть рынка занимали. И потом вот в этот нереальный памп, биткоин бум, ICO, бум эфира, бум всего, вот доминация упала, считаю, вот с 95 до 35%. И сейчас находится на 69-м
значение. Так что пишите в комментах, что вы думаете, кстати, куда пойдет доминация, куда пойдет курс битка, что вообще будет с криптой. Обязательно пишите, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не нравится. В конце концов, подписывайтесь, отписывайтесь, блин, если вам не нравится, ну, делайте это. Потому что я говорю, я смотрел статистику у меня по Ютубу, у меня смотрят 90 с чем-то процентов неподписанных. Смотрят регулярно, я же вижу. Лайкают, все, ну почему? Подпишитесь. Вам хорошо, мне хорошо. Все. Так что да, если кто-то не понял, еще раз повторюсь, что сейчас маза для набора позиций просто отличная. Я имею в виду позиции в лонг, конечно, а не в шорт. Вот, а тут, да, на CoinCap, что, давайте еще CoinCap сейчас быстро взглянем, взбодрим. На CoinCap, ну, как бы, что, о, Jewel вот какой-то на 72%, но это пампы, пампы такие дикие. Chainlink, комода. Zelic дампает. С фактом. Ну, короче, да. А, кстати, на пол еще вообще прикольный был момент. Тут заделистили Clams. И он, конечно, очень круто упал вчера, вот, на 50%. В принципе, кто сидел в шорте, поздравляю. Сейчас как бы можно попробовать спекульнуть, взять лонг здесь даже в плече на отскок. Ну, типа из серии с 12 тысяч сатоши на 13 тысяч сатоши. Но, блин, рискованно это все. Тем более вот этот супер-мега-дамп, если вы посмотрите опять же на большой таймфрейм, это вообще ничто по сравнению с тем, что было с Clams'ом вот здесь. Видите, что было? Просто дичь дикая. Это когда побрили всех лендеров, кто одалживал Clams, их тоже сбрили, потому что не справился движок биржи. Что, ну просто массовые ликвидации были. Так что вот, всегда помните, что когда видите вот такой взрывной рост, это в целом к этому идет, к этому. Сейчас как раз на фондовых рынках похожая ситуация вот на вот эту. Там, конечно, так все не упадет, но жду серьезной коррекции по индексам. SP 500, NASDAQ и прочие лабуде. А драгметаллы, золото, особенно платина, жду, что будут расти. Потому что недооцененные многие. Ну и крипта тоже жду, что будет расти, чего я вам желаю, ребята, на связи, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ну, короче, ладно, чё, не забывайте подписончик ставить, и всем удачи, не забывайте ставить стопики, всем удачи в трейдинге, на связи, пока.